Озеро Кайынды. Мистическое озеро находится в Алматинской области Казахстана. Популярное место туризма в одном из ущелий Кунги-Алатау. Озеро образовалось в результате Кеминского землетрясения в январе 1911 года. Озеро Кайынды затерялось в хвойном лесу на высоте 2000 метров над уровнем моря, посреди гор Кунгей-Алатау. Образовано озеро в результате природной стихии затопило ущелье. Хвойные деревья оказались затопленными не полностью. Их высушенные вершины гордо возвышаются над водой, как мачты затонувшей эскадры. С их вершин открываются изумительные виды на ущелье Кайынды, но это неповторимое по своей красоте озеро практически неизвестно. Сказочное, уникальное по своей красоте озеро Кайынды манит своими загадками не только алматинцев, но и туристов из других стран, где задавались вопросом: «А что там под водой?» Дорога на озеро пролегает через ласкающую взгляд березовую рощу. Кайынды в переводе с казахского языка переводится как «березовая». Окружающая природа не поддается описанию. Спокойный день, несмотря на пение птиц и еле слышные дуновения ветра, приходит осознание настоящей тишины, спокойствия и гармонии. Кажется, Кайынды общается на подсознательном уровне с каждым, кто приехал смотреть на это величественное озеро. Спокойная изумрудная гладь озера переливается мистическим светом, и над его поверхностью стволы елей великанов захватывает дух. В 2010 году природа не пощадила озеро, в него сошел мощный селевой поток, вырывая с корнем вековые ели, растущие в ущелье. Несмотря на это, озеро не потеряло свою красоту. Вот такие загадочные места Казахстана. Мистическое озеро Кайынды. И это потрясающее место, то есть озеро Кайынды, мы должны сберечь для наших потомков.